19 числа этого месяца Русская Православная Церковь празднует один из 12 самых любимых у нас на Руси праздников – Крещение Господне. В этот день принято освящать купели, водоемы, освящается водичка великим чином. Но в этом году в связи со сложившейся тяжелой ситуацией, пандемия у нас, Русская Церковь, как любящая мать, приняла решение, чтобы не усугублять еще больше эту обстановку, отменить освящение воды на реках, купелях, не проводить массовых мероприятий. Поэтому мы соберемся в храме, на улице, будем выдерживать дистанцию, необходимую для того, чтобы каждый человек не заразился. Осветим эту водичку, а в каких-то местах, там, где невозможно это контролировать, собираться не будем. Поздравляю всех с наступающим праздником. Желаю всем здоровья, духовного роста и всего самого хорошего.